столице Австрии, Вене, в здании концертхауса, было разыграно лично командное первенство мира по тяжелой атлетике. Основные претенденты на первенство – чемпион мира прошлого года, сборная команда Советского Союза и обладатели серебряных медалей, тяжелоатлеты Соединенных Штатов Америки. В нынешнем чемпионате участвуют спортсмены 28 стран. Состязания открывают атлеты легчайшего веса. От советской команды выступает Бакир Фархутдинов. Первое движение классического троеболия – жим двумя руками. Фархутдинов фиксирует штангу весом 100 килограммов. Второе движение – рывок двумя руками. Результат Фархутдинова – 95 килограммов. Исход состязания решает третье упражнение – толчок двумя руками. Килограммов. Фархутдинов набрал в сумме троеборья 315 килограммов и опередил остальных спортсменов. Бакир Фархутдинов – чемпион мира. Выступают атлеты полулегкого веса. Штангу толкает советский спортсмен, чемпион Олимпийских игр Иван Удодов. 137,5 килограммов. Вес зафиксирован. В этой же весовой категории выступает второй советский спортсмен Рафаэль Чемиштян. 137,5 килограммов. Вес взят. Набрав в сумме троеборья 350 килограммов, Чемиштян установил мировой рекорд. К выступлению готовится Тун Муанг, Бирма. Тун Муанг делает попытку толкнуть штангу весом 140 килограммов. На 2,5 килограмма больше, чем Чемиштян. Попытка не удалась. Звание чемпиона мира завоевал Рафаэль Чемиштян. На втором месте Иван Удодов. На третьем Тун Муан. С разрешения судейской коллегии Чемиштян выступил на победе мирового рекорда в толчке двумя руками. Вес штанги 143 килограмма. Штанга зафиксирована на выпрямленных руках. Установлен новый мировой рекорд. В легком весе от советской команды выступает Дмитрий Иванов. В рывке он фиксирует вес 115 килограммов. Основному противнику Иванова, египтянину Саид Халифу Гауда, не удается превысить результаты советского спортсмена. Дмитрий Иванов – чемпион мира. Команда Советского Союза уверенно лидирует в первенстве. Победив в полутяжелой весовой категории, советская команда сохранит звание чемпиона мира. Выступает американец Эмрич. Он выжимает штангу весом 132,5 килограмма. Второй спортсмен американской команды Шепард фиксирует вес 130 килограммов. Выступает Аркадий Воробьев, Советский Союз. 142,5 килограмма. Результат Воробьева в сумме троеборья 460 килограммов. Новый мировой рекорд. Второй год подряд звание чемпиона мира завоевала команда.